Всем привет! Продолжаем играть в игру Baldur's Gate Enhanced Edition на максимальном уровне сложности Legacy of Baal, соло, без смертей. Добрались мы до бороды Ульгольта. Купил я вещи, которые так хотел. Смещение и амулет из зеленчака. Амулет мы используем позже. В основном это в сложных битвах он нужен. А пласть смещения можно использовать сразу. Со всеми моими вещами, которые на мне одеты, теперь у меня к метательному оружию огромный резит, слово не подходит. Огромная броня. Минус 14 против метательного. Еще 6 и было бы максимальное возможное значение АЦ. Но опять же, слово броня тоже как-то не подходит, потому что броня — это, как я понимаю, урон, который поглощается. То есть броня поглощает урон. Ну, а здесь, как вы знаете, в D&D, защита — это просто больший шанс, что по вам не попадут. Вот здесь очень интересный шкаф, и, к сожалению, я его открыть не могу. И любое зелье из меня наличных, которые у меня присутствуют, тоже не помогают. Ну, когда-нибудь я дождусь заклинания стук. Кстати, очень неприятно, что его до сих пор нету. Нет, точнее. Так, все, что нужно, я продал. Все, что нужно, я забрал. Ах, да, чуть не забыл. Изумруд не продавать. Как заметил внимательный зритель. Ой, тоже не продавать. Я потерял один изумруд, потому что правильно я подумал, что Нибул должен взять, точнее дать сначала задание на добычу этих двух изумрудов, а потом их забрать. И раньше можно было один изумруд отдать. Скрип забирал его, опыт давал как за два, а второй можно было продать, поэтому я выкидывал на землю. А я не нашел диалог, где сначала задание взять, только после этого Нибул забирает. И почему-то сбился, подумал, что вдруг кто-то другой это задание должен дать. И даже на Эльминстере на автомате попытался это провернуть. В итоге я забыл его подобрать, ушел, ну и теперь, конечно, на полу в Берегости ничего нет. Вещи, которые вы не положили в какой-то сундук или шкаф, пропадают. Так, давайте здесь пообщаемся с некоторыми людьми, в основном с теми, которые связаны у нас с башней Балдура. Вот, пожалуйста, стоит Айк Каскадион Вендар. Подходи, народ, и услышь историю об ужасе, который может предстать перед каждым. Присоединяйся к моей экскурсии, и я, выдающийся искатель приключений Айк Каскадион Вендар, проведу любого, у кого хватит смелости, через самые опасные места во всех королевствах. Мы отправимся в башню Дурлага и станем очевидцами той опасности, что унесла жизни сотен отважнейших мужчин и женщин. Узрим ужасающие коварные ловушки, ощутим присутствие давно томящихся мертвецов, восхитимся удивительными сокровищами, погребенными в глубинах. Ну ладно, это все рекламный слоган. Смысл в том, что мы можем взять с собой башню Дурлага, и это вызвать кое-какую катсцену. Поэтому я его все-таки возьму. Плюс у него камень есть, который нужен для того, чтобы попасть в подвал башни. Приветствую тебя, мой друг. Последуй за мной и увидишь, до чего доходит богатей, пытаясь защитить свое состояние. Такой жизни я никому бы не пожелал. Всего за 80 золотых. И имей в виду, я такое всем подряд не предлагаю. Договорились, сэр. Когда выступаем? Этого достаточно для похода. Отправляемся немедленно. Не забудь поцеловать на прощание своих близких, и ты можешь никогда не увидеть их снова. Встречаемся у подножия башни. Без меня тебя наверняка убьют. Но не бойся. Лишь я могу войти туда, куда другие боятся ступить. Все, он ушел, и будет ждать у подножия башни. Когда мы решим в башню пойти, он уже нас будет ожидать. Так, не помню, кто ты такая. Душа, я погружена в размышления, искать приключения, приходи позже. Так, наверное, какая-то наемница. И здесь есть очень хорошие вещи, но, к сожалению, нужно пить заклинание силы. Ой, нет, заклинание зелья силы, чего я делать, конечно, не хочу. А вот еще камень, у кого можно купить. Но можно и обойтись, сэкономив 900 монет, поэтому я не буду у него его покупать, но покажу его.
Оставим ему. Вдруг когда-нибудь понадобится он нам. Так, сейчас к нам обратится маг. Шандалар, я знаю тебя, ты обладаешь необычайным сочувствием, и я тоже очень на это рассчитываю. Мне нужна твоя помощь. Что скажешь? Еще один хитрец. Начитался Карнеги, пытается нас втянуть в какую-то аферу и нашими руками загребсти жар. Не знаю, кто такой. Представься, тогда посмотрим, смогу ли я тебе помочь. Я Шандалар, и я покровитель этого места. Здесь мой дом, как и мои основные интересы. Я интересуюсь каждым, кто приходит сюда. А ты действительно вызываешь у меня интерес. Хочу поручить тебе одно задание. На самом деле пустяк, но что-то у меня не хватает времени на себя самого. Тебе нужно отправиться кое-куда и забрать вещь, которая принадлежит мне. Очень просто. И если у тебя получится, я буду о тебе хорошего мнения. Что ты на это скажешь? Как будто мне есть дело до его мнения. Опять же, пытается по правилам Карнеги себя вести. Я его первый раз увидел, а он мне уже про мнение. Это вроде того, вы можете услышать, когда вас пытаются обхитрить кидалы или просто там в чем-то хотят надуть. Они говорят, ты мне не веришь? Или... Верь мне, я знаю, о чем говорю. Это при том, что человека вы можете знать 5 минут. Насколько тупая эта фраза получается. Зачем тебе я для этого задания, ведь ты более чем в состоянии сделать это сам. У меня есть много других дел, которые требуют моего внимания, поэтому мне намного удобнее отправить тебя туда. Кроме того, я плохо тебя знаю. А, уже плохо меня знает. И это сослужит для тебя хорошим показателем. Но я уже знаю, что тебя больше интересует почему, а не выгода. Так ты сделаешь это? Не сейчас, мне нужно время, чтобы подготовиться. Мы, конечно, согласимся с ним, и, насколько я помню, он нас все-таки подставит. Но мы вырвемся из той ловушки, и можно будет с ним поговорить на эту тему. Так, а зачем я... А, да. Терелла, приветствую тебя, искатель приключений. Прости, что не могу сегодня перекинуться с тобой парой приятных слов. Дело в том, что в моей семье произошла утрата. Не волнуйся, добрая женщина, я могу чем-нибудь помочь? Нет, если только ты захочешь найти моего блудного сына. Расскажи свою историю, возможно, я сумею помочь. У меня есть, или может быть я должна говорить, был сын по имени Далтон. Он связался с группой искателей приключений из Уотердипа. Далтон всегда был одержим мыслью стать героем. Увы, на это ему не хватило ни мозгов, ни способностей. Кстати, мать реально смотрит на вещи, это редко бывает. Обычно мать даже маньяка Чикатило будет защищать и говорить, что он хороший. Такова участь матери. Наблюдать, как ее дети совершают идиотские поступки, невзирая на все ее предупреждения и замечания. Мой бедный мальчик дошел до крайности в своих идиотских поступках. Он и его тупоголовые товарищи решили проникнуть в глубины башни Дарлага. Они купили у этого жулика Галкина какой-то охранный камень и приготовились уходить. Я рыдал, умоляя Далтона остаться, но он не послушался. Они ушли и не вернулись. Боюсь, их погубили ловушки этого безумного дварфа. Вот и вся история, печальная, но правдивая. Успокойся, женщина, я найду твоего сына, если он еще жив. Так, действительно, я в любом случае туда иду, почему бы и... Не поискать. Ну, не сейчас. Имею в виду, планирую туда прийти. Так, остальные диалоги я не буду читать. Это все квесты Сода. Вот еще можно у торговца купить камень. А божьи имена. Делс, Вирф, Танион. Да что тебе нужно, я тебя спрашиваю. Отвечай быстрее, я скоро закрываюсь и не стану открываться ради клиентов, которые не приходят. Нет нужды грубить. Ты хочешь ведь... Иметь дела со мной или нет? Хочу ли я вести с тобой дела? Я даже своими делами не хочу заниматься. Может, буду возделывать земли и ловить рыбу, а может, просто лягу где-нибудь под скалой. Ты будешь что-то покупать или просто выводишь красивые узоры на моем пыльном полу? Пошаркай вон там слева, где еще осталось нетронутое место. Ты ж гад. Но со словом карман не лезет. Так, возможно, меня это заинтересует. Расскажи, чем именно ты занимаешься. Я продаю всякие безделушки туристам, которые посещают башню Дурлага, но сейчас их практически нет. На дорогах бандиты, и народ сюда не приходит. Так что я застрял тут вместе со своим барахлом. У меня есть охранные камни всех форм и размеров. Некоторые из них я нашел возле эльфийских развалин, другие сделал сам. Наверное, какие-то из них хорошие, а может, все плохие. Но разве они не здорово выглядят? Я скажу, что собираюсь делать. Я продам тебе все, что у меня есть, по самой низкой цене, всего лишь за 500 золотых. А потом отправлюсь домой, где умею ценить блестящие побрякушки. Берешь... Или пойдешь во свояси. Цена высоковата, снизь ее и подумай над этим. Снизить? Это же все мои запасы, а ты хочешь, чтобы я ее снизил. Позволь-ка мне проверить кое-какие знаки свыше. Звезды не превратились в светлячков, свиньи не лают, а нижние планы не сковало льдом. Так что этого не будет. Когда я последний раз проверял, у меня не было на лбу татуировки идиот, и не будет. Раз так, убирайся отсюда. Прикольный чел, снегном. Хорошо, вот тебе 500 золотых. Что интересно, в принципе, мы продадим все эти вещи, которые он нам дал, и вернем свои деньги.
Да, не хватило заклинания познания. И второй камень, кстати, у гида нашего, который нам их подарит. Правда, не по своему желанию, но ничего. Там левее еще два квеста. Все это сот, они отправляют нас с архипелага. Поэтому заниматься этим не будем. А вот здесь полуторный меч плюс один, но опять же нужно пить зелье силы, чего я делать не хочу. Давайте продадим. Вернем свои 500 золотых. И там, кстати, 900 золотых еще слева в сундуке есть у мага. Еще одного хитреца, который нас, мага ученого, который хочет нас отправить к черту на рога. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот видите, одна, один кожаный доспех 500 стоит, а еще чуть-чуть сверху это 100 монет получается, правильно? Так что не страшно. Так, где бы мне изумруд найти? Я надеюсь, они не квестовые и никаких проблем не будет с их сдачей по квесту. Так, так я еще до сих пор не разобрался с этим оттоком Ларлоха. Ну ладно, неважно. Что у нас здесь? Да, отправляемся. Отправляемся. Там, кстати, нужно расправиться с санхегами, которые еще остались. Деньги, опыт. Так, с пересадками отправимся. Здесь тоже есть плащ плюс один, но опять же я не могу скрыть сундук. Где же это заклинание стук, я уже его не могу дождаться. Так, а вот у нас тут есть враг. Давайте я отойду от него. Не понял, у меня что, невидимость не работает? Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это гадость. Произошло то, о чем я всегда говорил, что враг-то ослеплен, но он не будет над землей. Нужно его ослепить, именно находясь уже на каком-то расстоянии теперь. Вот такая вот проблема у меня будет вечно с ним. Можем, конечно, попытаться что-то предпринять. Но, боюсь, ничего не получится. Так. Хотя, подождите. Так. Можно попытаться вот так. Конечно, он... Дракончик много не выдержит, но, во-первых, у него есть защита. А во-вторых, враг ослеплен. Поэтому можно попробовать. Хотя урон наносит очень сильный анхек. Поэтому если сильно ранит моего дракончика, придется его отводить и идти самому в рукопашную. Все. А если попытаюсь сделать вот так? Все равно закапывается. Вот это ж гад, а? Да, все. Отстань от моей зверюшки. Не понял. Ты слеп, каким-то образом находишь моего дракончика. Не забыть потом поспать и выпустить его на улицу. Так, хорошо. Вариантов нет. Придется самому идти в битву. Но попадать я не буду, конечно.
Вот в чем проблема. Да. Кстати, еще один момент интересный я обнаружил. Посмотрите, вы помните, что посохом можно кидать огнешар, а можно огонь Аганазара. И я не думаю, что это правильное решение. Скорее всего, это баг. Должны быть заряды общие, но смысл в том, что в этом посохе на самом деле 24 заряда, потому что вы можете отдельно использовать 12 зарядов Аганазара, а потом еще 12 фаерболов кинуть. Потому что если считать, что это все правильно, то слишком мало он стоит. У него цена примерно одинаковая с морозным, но получается у него в 2 раза больше выстрела. Да, ясно. На этом закончится мое сражение с гадским Анхегом. И зря вообще я ввязался в эту битву. Ладно, немного зелий потрачу. Да. Это я, конечно, сильно просел по здоровью. И ну ладно, в принципе, я могу прийти к нему сражаться попозже. Ах да, еще твой квест. Тоже та еще морока. Это жрица Кения, на которую жаловались рыбаки, что она непогода их преследует, топит и тому подобное. Они все такие белые, пушистые, не понимают, в чем дело. Сейчас мы с ней должны пообщаться на эту тему. Ослепить ее нельзя, потому что квест, не квест, скрипт у нее заглючит. Тения, стой, ты вторгаешься в мои владения. Никто еще не приходил сюда с таким вооружением, как у тебя. Это те мерзкие рыбаки тебя наняли, да? Говори. Меня действительно послали они, но я лишь хочу знать, что происходит. Что происходит, это не твое дело. Уходи, иначе тебя постигнет та же участь, которая ожидает их. Говорим второй раз. Опять ты, предупреждаю тебя еще раз, убирайся из моих владений. Если не уйдешь, я буду считать, что ты в союзе с моими врагами. Меня действительно послали они, но я лишь хочу знать, что происходит. Они так же трусливы, как и вероломны, нанимают кого-то со стороны, чтобы сделать то, что не могут сами. Сегодня вечером я положу всему этому конец. Моря требуют отмщения. Так, и вот можно ее свободно ослепить, но после этого ничего у тебя не выйдет. После этого она не сможет помириться. Дело в том, что мы должны немного ей вот-вот-вот-вот перестать стрелять, подпортить шкуру, чтобы она захотела замириться. Нет, еще не миришься. Вот эта проблема этого дурацкого скрипта. Так, а что мне делать? Я в бой ввязался весь такой раненый. Там Анхек. Она за мной ходит. Слепить нельзя. Сплошная радость. А я подумал, что она уже ранена и остановился. Нет, надо было еще подстрелять. Так. Ну вот, ты уже хочешь мириться или опять хочешь меня ударить? Вот как знать? Нет, еще мириться не хочется. Со слепью, конечно, все было бы намного проще, но... Не меришься ты еще. Гадость ты такая. Так, пощелкиваем, вы помните. Есть. Скрипт хитрит, на самом деле он преследует не нас, а идет точно в тот же щелчок, куда щелкнули вы.
Почему ты это делаешь? Разве ты не знаешь, что они сотворили, Сонер и остальные? Они злые, они убили мою мать, а теперь ты им помогаешь. Она лишь исполняла свой долг, собирая подношения с тех, кто ходит по морю. Они украли ее чаши, призывы элементали и пытали, чтобы узнать слова, которые заставят чашу работать. А теперь они грабят моря, используя дар Амберли неподобающим образом. И дух моей матери не сможет найти покоя до тех пор, пока чаша не будет возвращена. Я сильнее моей матери, Амберли. Я сильнее моей матери. Амберли дала мне свою ярость, но я не могу отыскать чашу. Я могу лишь мучить их, пока они не отдадут ее мне или не умрут. Но я также устала. У меня нет той воли, что была у моей матери. А богиня так требовательна. Помоги мне, пожалуйста. Ну, кстати, девочка, своей этой агрессией и попытками решить все силой, закончишь ты плохо. Тише, дитя, я помогу тебе всем, чем смогу. Получается, если бы я ей по щекам не нахлестал, то она меня бы убила и считала бы, что все нормально. О, благодарю тебя, королева Мария будет удовлетворена возвращением чаши, но в любом случае Сонер и все остальные не должны больше получать выгоды за нее. Скорее всего, чаша спрятана в святилище другого божества. Я не знаю, где это святилище, да и не смогла бы подойти к нему, даже если бы знала. Но Сонер сможет тебе рассказать, если приставишь клинок к его горлу. Иди, Амберли крайне нетерпелива, а тебя пока еще не посчастливилось, а тебе не посчастливилось еще снискать ее благосклонность. Хорошо, только мне не нравится, что меня опять сильно ранили. Так, давайте эти зелья спущу, все равно скоро начну покупать нормальные зелья. Так, а вот вон Хига надо, конечно, забить, чтобы потом о нем не забыть. Чтобы потом о нем не забыть. Так, здесь, как назло, некого взять под контроль. И то, что я его возьму под... А, подождите, нет. Есть шанс, что если возьму его под контроль, Анхега я имею в виду, то все будет хорошо. Просто опять же нужно взять под контроль, когда он вылезет из-под земли. По крайней мере, это срабатывало в подземелье. Можно и слепи ухитриться, если постараться, ослепить его, и он не справится под землю. Но для этого нужно, чтобы он вас атаковал издалека. Давайте попытаемся сейчас это провернуть. То есть вот он должен меня увидеть, вылезть из-под земли и попытаться плеваться в меня, а не идти. Я что, опять под невидимостью? А ну да, я же спал. Вот так вот. Сейчас попробуем добиться от него. Вот, все. Вот теперь он не будет закапываться под землю. Скрипт не сработает. Да, не тратим очарование, хотя, что значит не тратим? Смысла в этом нет. Все равно я потратил кучу заклинаний и буду их восстанавливать на следующей карте. Ну и, конечно, Анхегов лучше убивать, имея помощника, который вот... Не Анхег, кстати, который... Точнее, не так. Убивать лучше еще одним Анхегом под контролем. Он урон наносит большой, быстрее врага уничтожить можно. А вот, чтобы не было этого риска со слеплением и зарыванием, нужно брать кого-то под контроль, кто не лазит под землей. Ну, обычного какого-то НПС для врага. Но он тогда рубить будет себе. Я вообще, конечно, предпочитаю бандитов брать там на той карте, где они есть. Проблема только в том, что бандит урона нормально не наносит, а здесь много стрел нужно, чтобы убить одного Анхега. Так, к сожалению, я запланировал кучу мелких квестов этих выполнить, чтобы потом на них не отвлекаться. И хотел бы, конечно, сходить за томом Конституции. И... как его... за лапой демона и уже одеться полностью. Но проблема в том, что с лапой и с томом могу не успеть просто. Да умираю уже. Дай мне, пожалуйста, заклинание стук. Это возможно?
Вообще, мне непонятно. А, тут, наверное, прерандом. То есть говорят, что вещи выпадают рандомно, но на самом деле, если взять врага под контроль, видно, что у него в ячейке быстрого доступа в миру Василиска уже заклинание лежит, которое с него выпадет. То есть оно не меняется. Но вполне возможно, при генерации игры все это создалось, и уже вот у каждого есть свиток. А сейчас проверим. Я убивал вне видео этого врага. Что у него было? По-моему, кольцо. Нет, изменилось. А, подождите, это не тот анхек. Это анхек, который дает квестовый кинжал. Нет, ничего не ясно. Так. К сожалению, кинжал можно отдать. А, на нем не написано, написано только так. Кинжал Нестера. Можно отдать только в Балдуре. Так. Этот можно с собой носить, а этот можно выкинуть. Но, по-моему, здесь нет ни одного сундука у Амбрли, который можно было бы открыть. Не можно. Прекрасно. Так, тогда тебя забираем. Обычный кинжал выкидываем, выкидываем. И поддельный охранный камень выкину. Хотя можно было бы вообще выкинуть. Роли не играет. Вот так. Ну и забудем. Ой, забудем. Запомним. Балдур рядом. Когда мы получим туда доступ, мы заберем кинжал и отдадим его. А сейчас его таскать, конечно же, с собой жалко ячейку. Так. Вперед. Ну ладно. Броню Анхега все оставит, но ее там нужно таскать вниз, туда, к кузнецу. Так что какой смысл? Так, и вот здесь у нас Анхеги, но сначала я хотел бы взять на них заказ. Вот у них есть защитница из Гринписа. Самое интересное, что ее они не атакуют. И, наверное, знают, что она их помощница, защитница. Герд, ты здесь, чтобы бороться с анхегами? Ну так слушай, у них сейчас период размножения, и на поверхность выходят в основном женские особи, чтобы набрать побольше веса. Они голодные и агрессивные, их очень много. Наша задача не истребить их, а держать их популяцию в разумных пределах. Не забывай, они разрыхляют почву, тем самым увеличивая урожай почти на 15%. Следующие несколько лет намечаются перебои с продуктами питания. Помни об этом. Тебе следует убить не более 4 анхегов. После этого остальных просто ловить и отпускать. Большая часть находится в 50 ярдах востока. А теперь вперед. Я буду наблюдать отсюда. Самое главное, что ловить и отпускать. Это прямо страшнючие звери, как в фильме «Дрожь земли», повторюсь. Посмотрите, кто не смотрел. Первая часть нормальная. Дальше, конечно, скатилась в говно. Но первая действительно хороша, тем более, что она снята за 3 доллара. Ну, очень дешево. Бывают такие фильмы, которые очень дешевы, но очень смотрибельные. Тот же Робокоп первый, Пола Верховена, тоже относится к очень дешевым фильмам. Так, теперь мне нужен бандит на будущее. Не сгенерировался, да? Тут постоянно он появляется для того, чтобы с паладином разговор на их тему можно было завести. Ну, в смысле, как антураж к этому разговору, паладин охотится на бандита. Так. Что дальше? Дальше, наверное, сначала я сделаю интересный момент, а поговорю именно вот с этой женщиной. По-моему, уже говорил с ней в прошлом видео, но все-таки.
Да. Разговаривал в прошлом видео. Жалуется, что зомби за домом стоит и ее пугает. Вот он, зомби. Что вам надо? Постой-ка, ты способен говорить? Дорогая Лейла, сладкая Лейла. Сладкая Лейла не хочет терпеть твое присутствие. Ты сгнивший кусок дерьма. Что? Контракт подписан. Контракт подписан? О чем ты говоришь? Контракт подписан. Неважно, о чем ты хочешь прошипеть, я не понимаю тебя. Так, ну идемте выяснять, что же Лейла от нас скрывает. Очень интересный квест в плане трудного выбора. Квест подходит, кстати, к Pondscape. Что бы ты ни выбрал, все плохо. В смысле, не все однозначно, не обязательно плохо. Но и не полностью хорошо, не полностью плохо. Так, ты умолчал о некоторых деталях. Зомби рассказал о контракте. Ах, зомби упоминал контракт, и вы верите этому, что это даже звучит по-идиотски? Нет, я хочу знать, о каком контракте упоминал зомби. Но я клянусь, что никогда не заключала сделок с ожившими трупами. Что за контракт это может быть? Эх, я не верю тебе, ты должна рассказать мне правду, чтобы я помог тебе. Я не лгу и никогда не заключала контракт с этой вещью позади моего дома. Но с моим мужем заключила, вздыхает. Вот контракт, о котором он говорил. Понимаешь, в нем оговаривается, что я останусь верной женой даже после его смерти. Откуда я могла знать, что муж заключит сделку с некромантом, чтобы тот вернул его в мир живых после смерти? Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти позже. Я думала, что любила его. Я подписала этот контракт, потому что решила быть ему верной, пока я живу в его доме и за его счет, даже после его смерти. Но это просто безумие. И вот здесь, если подходить к решению этого квеста чисто с моральной стороны, то кажется, что раз подписала контракт, будь изволь его выполнять. Но если подумать, с другой стороны, она контракта подписывала с живым человеком и соглашалась жить с живым человеком, а не с трупом спать. И вообще, даже если подойти с точки зрения закона, мы же знаем, что после смерти кого-то из супружеской пары остальное принадлежит жене, ну, если это остальных родственников. То есть контракт и в этой части спорен. Ну, к сожалению, я нейтрально добрый, а не законно добрый. Поэтому все-таки на закон не обязательно обращать внимание. Но, с другой стороны, и традиции общества такие. Вот и получается, что с первого взгляда хочется заставить ее выполнять контракт, и это можно сделать, она уйдет. А, и ну или она не хочет выполнять контракт, значит, уходи из дома, не живи, не пользуйся деньгами мужа. Но создатели игры все-таки считают, что правильно было его убить, потому что вы получаете тот же опыт, еще и наград. Вот такое вот тяжелое решение. Единственное, что мне не нравится, если здесь проявить жилку торгаша, то можно выжать еще больше из нее. А я бы все-таки дал больше награды там, где решение подразумевает, что оно более верное. А так получается, что все зависит не от того, как хорошо и что вы сделали и решили проблему, а именно от того, насколько хорошо вы умеете шантажировать, даже можно так сказать. Давайте вот попробуем побольше. Но, к сожалению, когда выбираем ветку, из которой мы больше всего понимаем, что все-таки нужно занять ее сторону, вот надо сказать, в контракте ясно оговорено, пока ты собираешься жить в этом доме, ты должна следовать контракту. А давайте, что мне эта награда? И вот посмотрите, ты знаешь, что это означает? Он вошел в дом через эту дверь через одну ночь после того, как они положили его тело в храм. Он выглядел лучше, чем теперь, но был очень бледен. И странно было смотреть, как он ходит. Я приготовила ему ванну, вымыла его и убежала с криком. Остальные жители прогнали его прочь, и теперь он скрывается позади дома. Нет, если вы не поможете мне закончить этот кошмар, я буду вынужден уехать без медика в кармане, так как это диктует контракт. То есть она действительно хотела выполнить контракт, но я не очень представляю, как бы я на себя всегда примеряю ситуацию, как бы я, к примеру, смог бы, выполняя контракт, спать с мертвой даже своей женой. То есть вы понимаете, это, конечно, уже некрофилия и ужас. Ну, а она пыталась следовать контракту до последнего. К сожалению, вот если вы взяли вот эту уточняющую ветку, после которой остается ясно, вы уже не можете с нее выжать дополнительные деньги и ожерелье. Как по мне, это, конечно, провтык скриптописателей, потому что, чтобы принять решение все-таки спасти ее от этого контракта, убить зомби,
А пусть к этому соблюсти свою выгоду, попытаться поторговаться, нужно сначала, как по мне, вот увидеть это вот сообщение, увидеть, что она действительно не такая уж и хитрая злая стерва, а у нее просто нет сил выполнить контракт. Но квест мне нравится, вот он достоин квеста в Planescape. Там тоже все серое, нет однозначно хороших решений, однозначно плохих. Ну, раз я уже начал говорить на эту тему, давайте посмотрим. Почему бы тебе не сжечь контракт? Ха, он оставил копию всех летних друзей по всей стране. У моего мужа были многочисленные связи, когда он был жив. Нет, мой единственный шанс только, если он полностью исчезнет. Можно, кстати, вообще отказаться что-то делать, как я понимаю. Ну и вот нет уже возможности поторговаться, поэтому говорим, нет, это нелепо, я обеспечу ему вторую окончательную смерть, поэтому ты сможешь остаться здесь в покое. А жаль, там вместо 500 монет больше денег и еще и ожерелье. Так, с тобой разговаривать бессмысленно, ты не изменишь свое решение. Стандартная слеть и отстрел. Кстати, я не закупился опять стрелами, как бы мне хватило этих стрел на анхегов. Наверное, придется мне кого-то анхега взять под контроль. Пусть мне тяжело их будет вызывать на бой, но зато никаких проблем с их уничтожением. Мой напарник анхег справится. Кстати, интересно, этот квест добавили сюда в Enhanced Edition или из мода? Мне кажется, из мода. Я когда-то играл, был в оригинале, не помню этого квеста, а вот с модами в БГТ, по-моему, было такое. Так что если его и добавили, то просто украли. А вполне возможно нет. Вполне возможно, он планировался, но его не сделали, а фанаты его, так сказать, восстановили. И бимдоговцы сделали то же самое. Ну, у меня знатоки зрители есть. Они точно все подскажут и расскажут. Так, ну бандита нет, можно немного потанковать с крестьянами. Так, давайте поговорим, как они хотели, сермяжные крестьяне, развести благородного героя-наемника. Тебе удалось сделать это? Та сука мертва? Ну, кстати, всегда посмотрите в диалогах, как только начинается такая вот наглость, грубость и тому подобное, значит, что-то нечистое, потому что как для крестьян это жестковатое обращение. То есть уже видно их не агрессия, а не отчаяние. Эта жрица много рассказала о вас. Она знает, что мы послали тебя в проклятие. Она убьет всех нас за... Попридержи язык, Тельман. Я ведь предупреждал, что она коварна. Ты заявляешься к ней и веришь ее лжи. Так, что она сказала? Что мы украли какую-то чашу или что-то подобное? Мне кажется, это слишком незначительная причина, чтобы убить нас. Не так ли? Как я уже говорил, мы всего лишь бедные рыбаки. Но что, если мы добавим еще, 100 золотых? Это изменит твое решение? Может быть, они были бы правы, но мы-то узнали, что, что не убили мать ее. Так еще и пытали, поэтому я уже не вижу здесь никаких оправданий, что они бедные рыбаки. Плюс очень они уж как-то коварно и со мной торгуются. Девочка сказала, что вы убили ее мать и пытались получить от морей то, что вам не принадлежит. Я не люблю, когда меня используют, вот точно. Сонер, это меня злит. Ну вот и все, нас раскусили, да? Эта сука жрица годами собиралась на здань, и цена все росла и росла. И теперь нельзя отправиться в плавание, не обложив Амберли. Жрец Талоса во вратах Балдура сказал... Кстати... Жрец Талоса. Это же конкурент. Кого вы верите? Вашими руками идиотов избавился от конкурентки. Достаточно будет сказать, что мы заключили другие договоренности, чтобы наш морской путь был безопасным. В том числе часть этой сделки было небольшое ответное одолжение. Так что, как видишь, все мы лишь пешки в дружеском соперничестве богов. Если вы это понимаете, зачем вы пошли на убийство? Тем более не факт, что ваша следующая сделка, когда останется жрец Талоса один, так что станет монополистом на божественные услуги, не станет вам, не вылезет вам боком, он станет повышать цены. И лучше бы тебе шагать осторожно, иначе может наступить на палец кому-нибудь очень могущественному. Дай мне чашу, Соня, в следующий раз я буду просить уже не так вежливо. Думаю, в таком случае выбор у меня невелик. Она была при мне все время, и нам казалось, что так будет безопаснее. Бери ее, но имей в виду, владыка Бурь знает, кто выступает против него. Теперь у тебя есть чаша, так что убирайся отсюда. На твоем месте я бы держался подальше от всех храмов Талоса, боги весьма мстительны. Мы сами дети Баала, поэтому мы еще этому богу ноги поотрываем. Но, к сожалению, такого здесь, наверное, нет. Но было бы интересно. Так. Ну и, конечно... Тебе удалось сделать это? Та сука мертва? Я больше не собираюсь в этом участвовать. Я не верю никому из вас.
Твое имя не будет в почете, если ты и дальше будешь нарушать договоры. Так и быть, мы сами разберемся с этой девчонкой. Ну, в принципе, если они убивали и пытали, то их оставить безнаказанными как-то неправильно. А атаковать пока они синие не хочется. Так что используем возможность поговорить еще раз, и это их разозлит. Ну, а если уже атакуют они, кто им доктор? Так, только сразу же надо их загонять, как коров в уголок. Так, давайте мне кого-то под контроль. Надеюсь, получится. Вот ты, к примеру. Чик. Получилось. Так, ну и идемте. А, подождите. Чего я? Чего я? Есть еще одна след. Нет, нет, нет. Иди. Иди и накажи своими руками своего напарника, с которым вместе вы пытали бедную жрицу. А, ты атаковать не можешь. Ну, в таком случае ты будешь просто танковать. Нет, не пойдет. Ай-яй-яй. Не пойдет, придется от них избавиться. Толку мне от их танкования, если он меня не атакует. А мне стрел не хватит всех анкеров перебить. А, кстати, почему мы его атакуем? Потому что он же нам говорил, что у него от дедушки остался волшебный цепь. Ах да, я квест не сдал. Сейчас. Как обстоят дела? Все сделано, как ты и просила. Я благодарю вас, спасибо вам большое. Знаете, я не злая, но произошедшее уже чересчур для меня. Может, мне даже не придется оставаться здесь. Дом будет заброшен, если в него не заселятся другие. Что интересно, если с ней поторговаться, выжать с нее деньги, взять соответствующую награду, тогда она не собирается уходить и уже точно будет здесь жить. Так что, как-то оно не очень. Прощайте. Ну и вот получили золото и опыт. А так было бы 500 золота и ожерелье. Так что, видите, не очень оно как-то все играет. Несбалансировано. Так, я хочу броню Анхега скинуть. Хотел я носить их в подземелье, но... Кстати, ты ременной. Подожди минутку, дитя. Я слышал, что вы сделали для старины Бруно. Мне стыдно, что я сам не попытался ему помочь. Приятно осознавать, что есть в мире еще кто-то, готовый пройти лишнюю милю даже для незнакомца. Возьми эту фамильную вещицу на память за то, что ты совершил. Мои наследники не стали такими грозными. Да и тебе эта вещь пригодится больше, чем мои накидки. Таких, как ты, заставляет старика думать, что есть еще честные люди на свете. Ничего себе, это за то, что мы помогли. Ха-ха, и получил плащ плюс один, который где-то там на ферме с этими самыми... Вместе не получится, да. Именно поэтому класть смещения просто умбервальф вафля. Так. Я даже не знал, что он дает награду. Это, я так понимаю, он дал награду за то, что мы помогли старику узнать судьбу его сына, который умер у Анхегов. Ну хорошо. Так, в любом случае придется от вас избавиться, к сожалению, вы будете враждебны постоянно, я не смогу, ну, короче, не хочу здесь бегать и постоянно. Постоянно паузу ловить. Стрел жалко. Так, хоть бери и с анкерами не сражайся. Отправляйся сразу за... Так. Ни о чем. What?
Так, ну, в принципе, дружеская рука рядом. Поэтому спокойно можно тратить стрелы, не переживать. Да, даже какой-то занюханный крестьянин. Толстый, как огур на инсайне. Так, давай уже заходи в угол и там застревай. Самое интересное, они перестают, они постоянно чесать жопу. Даже когда их убивают. Так, ну что у нас получается? Это чего, я потратил все заклинания? Да. Нужно попытаться выспаться. Ай-яй-яй-яй-яй, гадкий анхек меня нашел. Ух ты ж. Гадость ты такая, ходячая. А посмотрите, как он преследует меня, темное пятнышко, видите? Прикольно. Оп. А, ты мне поспать не дашь, насколько я понял, да? Получилось, все, прекрасно. Быстренько сбегу я к жрице. Квесты за спиной оставлять не нужно. Потом вернемся, вполне возможно, уже и бандитом сгенериться. Тогда займемся анхегами. Читал мне недавно где-то в интернете про Baldur's Gate Enhanced Edition и возмущались, что бимдоговцы любовно восстановили все баги оригинальной игры. На самом деле ничего не восстановили, просто, насколько я понимаю, они взяли исходники игры, выкупили и просто немного подрихтовали движок. Имеется в виду, что значит восстановили, потому что фанатские патчи очень много ошибок исправили. А у бимдоговцев все ошибки вернулись, которые были старые. Так они вернулись именно из-за того, что они тупо по исходникам подрихтовали движок, как я говорил, картинку лучше сделали, но совершенно не вносили изменений, которые сделали фанатские патчи. Потом со временем, конечно, наверное, с патчами сами они уже делали, но изначально было именно так. Так. Тени, а вот и ты. Надеюсь, у тебя хорошие новости. Все они мертвы и больше не побеспокоят тебя. Твоя жажда мести утолена? Мне больше не нужно мстить. Амберли нашла упокоение, теперь она довольна. Кровь, пролитая сегодня, будет напоминать о ее господстве над водами. Надеюсь, Талос устанет от этих мелких игр. Тебе посчастливилось оказать очень полезное содействие королеве морей. И она вознаградит тебя со временем. Тысяча опыта, это хорошо. Ай, забыл выкинуть. А, меня же... пугнул. Гадский анхек. Так, по-моему, плащ во время боя можно переодевать без проблем, правильно? Броню нельзя. Быстрее будет сюда. Жаль, что больше ничего не дало она, кстати. Хотя мы получили, так сказать, немного награды с врага. Так, что я хочу? Ну ладно, будем брать Анхега под контроль. Проблема только в том, чтобы они толпой не сбежались на меня. Так, давайте найдем этого Анхега. А, вот, кстати, посмотрите, гаденыш. Вот темное пятнышко, это, по идее, анхек. То есть искать его даже не надо. Сейчас там увидим, он сразу вылезет. Если это не баг. Сейчас проверим. Я просто боюсь, что их вылезет сразу много, но в таком случае я уйду в невидимость. Вот мы считаем защитное заклинание.
После чего пытаемся заставить ее вылезти. Ну что? Пятнышко — это баг или анхек? Какие баг? Так, подождите. Да где-то у меня сейчас закончатся защитные. Вот, 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 есть. Надеюсь, ты один, потому что они тут кучей лазят. Хорошо. Подождите. Тут какая разница? Вот. Хотел опять пользоваться... А, мне повезло, мой анхек застыл над землей, когда я взял под контроль, и поэтому на него сагрился другой анхек. Так, надо его обязательно остепить. Вот, иначе мой анхек может быть убит. Ну, теперь главное не управлять им, так я могу собрать всех анхеков, которые рядом. Ну, заставить их атаковать именно моего анхека. Ну, выкинешь что-то хорошее или нет? Свиток. Ах, нет, вот, кстати, это убивал я этого анхега, вот тоже самая вещь выпала. Так что все-таки все генерируется в начале игры. Где? Кто? Не вижу. Ну, тогда вариантов нет. Поехали. Поехали искать врагов. Так, а где анхеги? У меня сейчас закончится. Вот, красавец. Так, значит, выбираем всех. Ты в атаку. И последний след. Вот это плохо. Если не сработает, будет не очень хорошо. Сработало. А, ты будешь со мной вместе стрелять. Тоже нормально. Давай. И, кстати, вы помните, что подземелье можно еще анхегов сгенерировать, пытаться там спать. Надо будет попробовать это сделать. Каждый анхег 900 опыта. Это круто. Ну и броня это... Подождите, а я забрал то, что выпало с того анхега? Да. Нужно будет это скинуть. Панцири. Мне кажется, я сейчас следующий панцирь взять не смогу. А почему ты зарылся? А, закончились плевки, что ли? Пошел в рукопашку. Это можно будет попытаться использовать. Если сейчас рядом есть еще какой-то анхек, то он сейчас посветил. И он будет атаковать своего друга. Нет. Да, перегруз. Пора идти скидывать где-то. Панцири анхегов. Не помню, здесь все, по-моему. Нет, есть. Прекрасно. Раз, два. А, третий я не смог отнести. Я понял. А, ну да, у меня еще вещи всякие лежат, как вы видите. Ты на месте? На месте. Сколько я тут убил уже? Не показывается. Ну, по-моему, здесь не имеет значения, сколько убьешь. То есть, если больше четырех убьешь, не будет
ругаться контролер численности Анхегов. А вот про плащ я не помню, что так круто можно. Пошли. Что так круто можно получить приз за спасение, награду точнее. Так, и мне надо найти этого последнего Анхега. Кстати, все-таки легче будет его найти, если я не буду невидимый. Так я могу его упустить, усы не заметить. Поэтому сделаем вот так. И пойдем искать его. Я тут могу еще и бандита найти, кстати. Он тоже уже ночевал несколько раз. Может, он тут изгенерировался и появился. Кстати, нужно взять вот так. Давно я не сохранялся. Где усы? Вот они. Пойдем проверим сначала в угол. Вот здесь он меня гонял, нет, никого нету. Так, идем к пещере. А где же ты? Неужто мне придется ночевать? Ага, я еще, по-моему, их видел по эту сторону вдоль берега, если идти. Сейчас проверим. Иди сюда. Не понял, тебя что, упустил? Слишком далеко отошел. Но ты не хочешь поезд закрыть? А, вот, пожалуйста. Хорошая работа, надеюсь, норма не была превышена. 85 золотых. Найди себе комнату в городе и отдохни. Ты это заслуживаешь. Ну, 75 золотых это ни о чем. Факт, конечно, не в этом. Так, а я пойду посплю возле дыры или в дыре. Пытаюсь еще, так сказать, призвать себе Анхегов. Тем более, минимум один мой подконтрольный должен быть. Ну и где ты? Ладно, теряю время. Быстрее поспать. И проверить, не хочет ли он появиться. Не хочет. Так, а ну подземелье. Есть. Интересно, сколько раз он будет появляться. Ах ты ж гад, ты из этих, которые атакуют в упор. Да нет, так не пойдет. А, ну да.
Единственный вариант пытаться взять тебя под контроль в таком случае. А потом убить. Ага. Все, стой на месте. Ах. Что же с тобой делать? Может, еще кто-то сгенерировался? Это проблема с их закапыванием. Придется тебя оставить. Я не вижу, каким образом. Ну, в принципе, могу попробовать рискнуть. Будет обидно, если я доиграю. То есть попробовать заставить атаковать. Ах ты ж гад, не получится. Как же тебя обмануть? Не нравится мне это. А отойду, ты снова закопаешься. Ладно, живи, все, пошел, я много времени потратил. Единственное, надо его опять ко входу перетащить. А мы идем за Томом Конституции. Также. Не хочу я уже заниматься выполнением квестов. А, подождите, почему нет? Нет, дружескую руку надо зайти. Купить зелье интеллекта и наконец-то выучить свитки. Просто чтобы их с собой не носить. Так, быстрее будет сделать вот так. Ай-яй-яй, это кто такие? Синджак, приветствую, рад встрече, незнакомец. Да вы бандиты. Приятная встреча, путник. Путник, ха, что же, это самое приятное слово, которое меня называли за последние несколько недель. Доротея, убьем бедолагу в самом конце, Синджак, ради приличия. Что за вероломство? Синджак, эй, полегче, можно обойтись и без насилия. Отдавай все свои вещи и будешь жить дальше. Ого-го. Только суньтесь, разбойники. Прислушайся к Синджаку, приятель. Думаю, ты видишь наших ребят. Их стрелы уже нацелены в твое сердце. Поднимешь на нас руку, и они тебя прикончат. Может, договоримся? Итак, выворачивай свои карманы, и что там происходит? Ха-ха, кто-то помогает. Я не помню такой сцены. Кто там их там гасит? Что? Это невозможно. А. Понятно. Синджак, Доротея, я поклялся, что когда-нибудь уничтожу вас, и этот момент настал. Понятно, наемник для злых, Дорн. Полуорг. Синджак, Дорн, ты ведь должен был мертв, ну или гнить в тюрьме Лускана. Как ты нашел нас? Я так понимаю, это наемник Baldur's Gate Enhanced Edition добавлен, поэтому я его не помню. Рад видеть тебя, Дорн. Бросить тебя и обвинить во всем было задумкой Симеона. Это он тебе нужен, а не мы. Просто выполняли приказы? Это оправдание для трусов, Доротея. И я не забыл, что ты сказала, когда я отверг твои ухаживания. Синджак, что еще за ухаживание? Она бы никогда не стала связаться с полуорком, особенно когда у нее был я. Ты совсем не изменился, Дор. Так же глуп, как и уродлив. Скажи ему, Доротея.
Доротея, Синджак первый согласился с Симеоном. Он тебя ненавидел. Но ты-то знаешь, что я к тебе относилась иначе. Синджак, Доротея, что ты такое говоришь? А, Доротея спасает свою жизнь. Понятно, начинает рассказывать, что у Дорна член больше. Надеется, что он ее не убьет за это. А, уловка, ну конечно, но грубый полукровка слишком глуп, чтобы сообразить то, к чему. Парни, разберитесь тут. Вы оба трусливые мямли, с легкостью предающие друг другу, как когда-то предали меня. Половина ваших жертв... Ой, половина ваших уже мертвы, и скоро вы присоединитесь к ним. Этому не бывать, мы одолели тебя тогда, Дорн, одолеем и сейчас. Вперед! Блин, тут еще и сражение будет. Чего нам не надо? И Дорна жалко, что ли, чтобы не зарубили, потому что, как я понимаю, раз он НПС, то ему жизни в три раза не увеличили. Ай. Так, нет, цель у них он. Цель он, тогда можно попытаться его спасти. Я, по-моему, не перезарядил плащ. Спасти. Понятно. Тогда остаются только шлепи. Повезло. Ай-яй-яй-яй, лучники его накажут. Конечно, могу его оставить. В принципе, я могу с таким же успехом убежать. А, подождите. Я для такого дела не пожалею. Хотя, мне кажется, не успею. Так, ты шлеп, тогда атаковать тебя первой. Да, все. Все, ну в таком случае отомстю. Задорно. Если я не собирался его брать в напарники. Ну это тупое решение, потому что, конечно же, опять на лобби у вас почти никогда не будет шанса его спасти. Так не нужно делать. Ну, как я и говорил, игра не задумывалась никогда под лоб, а биндоговцы даже не пытались проверить, можно ли ее пройти на лобби. Зато я сейчас, наверное, хороших вещей наберу. Ну, даже если не волшебные, то вот я вижу. Латинчатые доспехи уже круто. Так, ребята, товарищи, давайте с вами разберемся. Единственное, чтобы у меня не закончился призыв раньше, чем я с вами разберусь. Ну, по-моему, один ход. Должно хватить. Отлично. Нужно собирать деньги, чтобы жезл призыва продать и выкупить. За 28 тысяч там будет, не знаю, сколько зарядов. Сотня, наверное. Так, ну и что вы можете мне предложить? Ничего особенного. А, нет, есть волшебные. Две волшебные вещи. Ох. Это, наверное, этого Дорна. К сожалению. Дорна уже нет. Ну, как бы все. И стрел не было. Арбалеты. А нет, луки были, но стрел не осталось. Не помню, кто круче, стоит арбалет или броня. А, не имеет значения. Хотя нет, могу еще что-то взять. Вот что стоит, точно. А, хотя это не катана, это ниндзя то. Оно недорогое. Ну, в смысле, не такое дорогое, как катана. Ну что ж, Дорн, пусть земля будет тебе пухом. Ты меня, может, даже спас. Хотя вряд ли, я, наверное, успел бы прочитать. Невидимость убежать. Так. Немного денег опять заработали. Деньги нам нужны. Да, в Акидзаше.
Ничего себе. Вот это супер меч, если он, конечно, так действует, как я понимаю. За каждое убийство плюс один тхак, это круто. 24 часа. Призывали себе монстров, нарубили их 10 раз, плюс 10 тхаков, вы все время попадаете. Это прямо убер меч. Ну, вполне возможно, там все намного проще. И вы можете получить всего лишь один раз плюс один тхака. Но видите, об этом не написали, поэтому не знаю, правда ли это. Так, идем торговать. Дорна уже здесь не будет. Тупая идея, тупая вот так. Именно в битве его. Ну, хотя, подождите, Виконию с костра снимаю. Похожая ситуация, правильно? Или там ее не убивают, если я не помогаю. Ну, в смысле, если я выйду с локации, останется она на том столбе. Да, дурно нет. Так, что ты хочешь нам предложить? Так, цепь мы тебе дарим, да, вакидзаши всего лишь 25, 500, 700, о! Ты покупаешь именные вещи. А бери гости не мог этого сделать, в таком случае хоть бери и всех обкрадывай. Ну ладно, не буду, это уже слишком. Мне оно для прохождения не надо, поэтому не думаю, что стоит возможных напарников грабить. Обнаружение невидимости пригодится. Да ничего не появилось. Денежки копятся. Тогда идем покупать зелье интеллекта. И побежим за Томом Конституции, потому что сегодня уже опять видео затягивается очень сильно. Кстати, мне вот не нравится. Давайте попробуем дракончика заставить. А, кстати, дракончик-то у меня ранен, наверное. Нет, уже без повреждений. Но заклинание не восстановилось. Тогда все-таки сделаем вот так. Заклинание восстановилось. Иди в инвентарь. Интересно, что диалоги у злого героя с дракончиками, так сказать, злые. То есть вы пытаетесь по-доброму с дракончиком поговорить, он говорит: хозяин, ты что, с ума сошел? Что за отношения? Я тебе не верю. Обычно ты мне только тумаки даешь. Так, Гелана Миррор-Шейд. Ага. Зеркальная тень, наверное, Шейдоу или Шейд, что такое там. Если нужно, за небольшое денежное подношение можем исцелить недуг, что беспокоит тебя. Какое исцеляющее средство есть в наличии? Какой недуг вообще? С чего она решила, что у меня какой-то недуг? Так. Хотя золотое кольцо нужно было продать, ну ладно. Давай мне зелье давай. 4 интеллекта. Вот их и нужно использовать. Это слишком драгоценные, чтобы их использовать для изучения на заклинании. Они нужны будут, чтобы драться финальных битвах всяких сложных, или чтобы убить того же Дриста. Но выкупать их сейчас не буду, конечно. Так, ну что ж, я думаю, одной бутылки мне хватит, чтобы прочитать все свитки. Сколько ты там действуешь? Да что ж такое, говорил, что не нужно их брать, и я их взял. Ладно, она не пропадет, естественно. Но я собирался купить фиолетовое, взял синее. Да. Оно дешевле. Очень хорошо. Ты тоже 2 часа действуешь? 3 часа. Ух, как круто. Пьем. Смотрим. Вот так, наверное. Так. 98. Ну, надеюсь, мне не повезет, не выпадет этих 2%, согласно которых я не смогу выучить заклинание. Так, в рюкзак,
в рюкзак. Паутина, разряд, пылающий, пекло. О, размытие есть. Все. Поехали. Кстати, стоит такое заклинание купить и носить с собой. Чтобы когда наберется опять куча заклинаний, их можно было выучить. Так, 2% неудачи не выпали. Это хорошо. Снятие проклятия нужно обязательно, чтобы сработало. Отлично. Это просто идеально. О, стрелы не купил. Хорошо, что посмотрел. Так, и что у нас там в книге? В книге, наверное, Содом и Гоморра. Заклинание просто немерено. Так, пылающие руки. 2 за уровень. Если будет 2, будет 14. Ух, неплохо будет. Будет 2, 4. Это будет 16, 18 урон. Неплохо. Все равно, что выстрел из лука. На втором уровне что я получил? Паутину. Размытие. А, вот они, пепла Ганазара где. На третьем получил сильное очарование. Какой-то штраф. Нет штрафа. Чем он отличается от обычного очарования, совершенно не понял. А, тут улучшение, а тут просто бросок. Ну, да. Так себе. Вот разряд молнии. Хорошо, потому что не всегда мне нужно это заклинание. Призрачный доспех. Хорошо. Давайте стрелы купим. Мини-квесты пока в дружеской руке я пропущу. Мне хочется сегодня прокачать максимум персонажа книгой и одеждой, артефактами. И в следующем видео, если все хорошо, попробуем зачистить верхние этажи дурлага. Точно получим уровень 1. Ну и вполне возможно даже второй будет. Там очень много этих крутых василисков, я не ошибаюсь. Так. Вижу, что всегда нужно брать с запасом, а если места нет, всегда можно стрелы скинуть, правильно? Так что чего мелочиться. Заряд есть. Хорошо. Все, нам нужно... Куда нам нужно? Если я не ошибаюсь, на маяк. На маяк. Зелье невидимости у меня есть. Есть зелье невидимости, аж 5 штук. Нужно сделать вот так, чтобы... А то могу забыть и уже возьму там вещи, и не будет у меня бутылки, и накажут меня. Там, если вы берете вещи, то, конечно же, второй раз невидимость читать вам не дадут. В принципе, я должен был бутылку потратить в пещере Анхегов точно так же. Под невидимостью заклинания прийти, забрать вещи и убежать с бутылки. Но я ее сэкономил, получается, я вернул ту бутылку, которую не забрал у Дженни Хайер. Так что все хорошо. И надеюсь, больше не будет этих таких страшных катсцен, когда вас ловят со спущенными штанами. Невзирая на невидимость между локациями. Это очень опасно. Так. Чего? 20 часов? Да, успею. А, вот маяк. 48 это много. А почему не написано сколько? А, 16. Нет, это ограда. Должно хватить, кстати. Хватило.
Теперь будет написано сколько? Там 20 с чем-то. Мне не хочется идти в эту локацию, тут дрист. Хотя, с другой стороны, если я не подойду к центру карты... Кстати, я надеюсь, с дристом ничего не случится от переключения глав. По-моему, Руфус Ворон сказал, что все будет хорошо. Ладно, подстрахуюсь. Такое дело, что... Рисковать нельзя. Обойду. Дриста обойду, не страшно. 16 часов, у меня еще 8 часов невидимости. Давайте попробуем. Как раз 8, пропадет невидимость. Ну ладно, могу прочитать это по приходу. То есть между, вы поняли, между... Все на мне. Между картами я защищен, а уже если тут меня атакуют враги, то я всегда могу защититься, прочитав невидимость еще раз. Так, если я не ошибаюсь, нужно идти в самый низ. Тут и Аркушуль. Давай подпишем. Сейчас я не буду с тобой заниматься. Не помню, чем это там. Полезно или не полезно, но главное не это. Я не могу с ней говорить, я потеряю невидимость. Так, вы просто зверушки. Ни квестовые ни разу. Так, я надеюсь, не ошибся. Здесь все это. Ардруин. Там Ардуния. Модный сейчас конструктор с микропроцессором. Так. Ну тут же том конституции, я не ошибся, надеюсь. Так, давайте еще посмотрим, что там внизу. Ничего. Нет, что-то не то. А, вот вода, может... Нет, кажется, не та карта. Здесь сыночка спасти нужно этой дамы, насколько я помню. Все-таки не на маяке все это. Ну, подождите, пройду вдоль берега, и будет все ясно. Если здесь начнутся сирены и пещеры, значит, все же тут. Если нет, то не тут. А, вот. Вот они, сирены. Кстати, подождем, пока на них дадут заказ. Это будет в Балдуре, если не ошибаюсь. Ай-яй-яй. Нужно было все-таки отраженную область это прочитать. Ну ладно. Да-да. Пещера тут будет. И да здравствует том конституции. Сколько вас? Так, ну а дальше уже желательно идти с защитами всевозможными. Отстрел все-таки, наверное, не увернусь. Хотя у меня не было такого огромной защиты к метательному урону, но кажется, стрелы попадают обязательно в ловушек. Так, читать заклинания я не буду. Можно надеть даже броню. Что еще? Ах, да. Да. Я не пожадничаю. Вдруг тут какая-нибудь ловушка на слияние на разум. Мне не хочется попасть. А зелье я могу выпить и с броней. Так. Очень много, кстати, дают. Не подействует заклинание, прекрасно. Что-то защищает меня. Вполне возможно отрицание. Оттолкнение, малое оттолкнение заклинаний. Только оружие плюс один. Еще, по-моему, стрелы у них не действуют. Я уже не помню, големы плоти, да? И сами имеют удары, как будто у них магическое оружие. Так. Сильное очарование. Ага, ничего тебе не выйдет. У меня супершлем, который как раз защищает. Так.
Надеюсь, места хватит у меня на все, что там лежит. Я даже рискну вот так сделаю. Вот так сделаю. Вот так сделаю, чтобы точно все забрать. Ну что ж, удачи. Ага, отлично, это немного сбоку все делается. Вот он там конституции. Фух, не влазит, да? Ничего, он далеко, так что я смогу, кажется, все равно получить то, что я хочу. То есть забрать все. Да. А, можно оставить. Ну что, чтобы убежать, нужно выпить бутылочку. Пошли. В принципе, можно было бы и без бутылочки, да? А, они бы преследовали меня. Но все равно можно было бы добежать до выхода, и пока они там бегут. А, у них скорость преследования примерно как моя ходьба, так что не стоит рисковать. Лучше вот так вот. Совершенно безопасно все сделать. Отлично. Теперь нам высокую ограду. После того, как я, конечно, вот так. Том Конституции прочитаю. Чем круто, я в жизни их не потеряю. То есть у меня сейчас 17 конституций, одно очко конституции лишнее. Я специально, кстати, так и сделал. А, подожди, ты не хочешь пересекать туман войны? Будет 18, жизни станет больше. Я одену лапку, и опять жизни станет меньше, но останется 78, например, а не будет больше. По-моему, стоит такой размен. Единственная проблема у меня с возвратки против смерти будет не очень. Сафана. Но с другой стороны, почему не очень? Вот, здесь плюс 2. Немного-немного выровняется. Там, конечно, страх больше, по-моему, 4. Короче, это яд. В принципе, заклинаний страшных здесь нет. Пальца смерти и тому подобное. А вот проблема будет, скорее всего, от... А я сейчас почитаю, не факт. Ой-ой-ой, я так много не могу осилить. Как бы меня не прижали, поэтому... Лучше по дороге обновить заклинание невидимости. Отлично. Ах, нужно было использовать заклинание опознания. Давайте сразу так и сделаем. Эх. Превращайся в волка сколько хочешь раз, к сожалению, толку нет никакого. Если бы хотя бы на лобби, превращаясь в волка, вы имели жизни в 3 раза больше, тогда можно было бы плевать на то, что там меньше атак в раунд, урон, и атаковать нужно в упор, но в жизни больше, можно хоть как-то танковать, а так нет. Ну это круто, конечно. Жезл парализации. С ухудшением минус 4 против жезлов. Короче, любого врага можете парализовать. И да, кстати, количество зарядов от найденных вами вещей зависит от вашего уровня в момент нахождения, я заметил. Сначала находил я жезлы по 8 зарядов, уже по 12. Вон жезл парализации до 13. И придется еще раз поспать, к сожалению. Да. Но мне только, по-моему, 2 волшебные вещи осталось. Зелья все известны, ну тогда посплю сразу же. Дни летят, конечно, с этими отсыпаниями. Кстати, книгу нельзя использовать, пока вы ее не распознаете. И... О, да. Книга «Том повышения телосложения». Да, кстати, давайте... А, нет. Хотя нет, можно.
Если нет там скелета, сейчас я от вора избавлюсь. Не буду я, конечно, выполнять его квест, скажу ему, что иди отсюда, кобыла без хвоста или конь без хвоста. Не трогай моего талантира. Эй, потише. А, Пермидион Старк. Я тут пытаюсь спланировать величайшее из всех ограблений, а из-за твоего топота я даже не слышу, о чем думаю. Ограбление? Это не очень-то благородно. Да и незаконно. Тогда ладно, можешь заниматься всем тем, что благородно и законно, а я останусь вором. А теперь исчезни. Сам исчезни. И не трогай мою дойную корову. Хорошими вещами и свитками. Чик. Так, ну что ж, давайте мы почитаем том Конституции. Так, сколько у нас Конституции? 17, жизни 78, смотрите. 84, да, а много жизни. Телосложение 18, но все равно я лапку возьму. Жезл парализация очень круто, вот не знаю... Могу ли я где-то его применить? Не вижу я. Продадим. Не вижу никакого смысла. Если очень будет нужно, можно будет выкупить через какое-то время. А вот жезл парализации это круто. Это даже круче, чем вот этот плащ. Срабатывает он намного с большими шансами. Так. Ошибка релайера. Кстати, он такой дорогой, наверное, из-за того, что у него бесконечные. Бесконечные заклинания. Так. Тут что у нас? Изумруд не трогаем. О, кольцо мифриловое. За хорошую цену пошло. Зелья мне ненужные есть. В основном воровские. Все остальное, в принципе, нужно. Ох, сколько у меня вроде этих зелий. А, да, зелье лечения. Ну, пусть будут пока. Хорошо. Очень хорошо. Показывай, что у тебя есть, что меня может заинтересовать. Кстати, надо пойти с кольцом. Ах, как нехорошо. Придется купить бутылку сопротивления огню. Если я хочу с гидом зайти, там меня будет огнем кидать. А если я одену лапу этого демона, то я не смогу кольцо защиты от огня одевать. Именно поэтому нужно снять великое проклятие мне, и нужно уровень, чтобы его иметь возможность использовать. Удача дает тоже, кстати, хака плюс один. Ну ладно, может я его найду. Вот что мне нужно. Вполне возможно, некоторые сундуки откроются с силой 18.00. Ну ладно, возьму удачу. Надеюсь, что она выпадет долго. Так, слово силы, к сожалению, только действует на тех, у кого жизни мало. И вот эта крутая штука, я вам говорил. Минус один за каждые два уровня, 7 это будет минус... А, всего лишь минус 3 по сброску, у меня здесь уровней мало, у мага. Когда у вас много уровней, вы можете спокойно, на 12 уровне минус 6 по сброску врага, это почти 100% срабатывание, 3 раунда враг выведен из строя, но намного легче с жезла парализации добиться того же. Кстати, невидимость интересная. О, уровень 3. У меня как раз на нем нечего взять. Еще ухудшение есть. Да, возьмем. Вот эта штука, конечно, без... А подождите, может, ее исправили для первого Baldur's Gate? Сделали менее жесткие требования.
Нет, за каждые 5 уровней, так что у меня будет всего лишь 2 стрелы. В сумме 5d6 и 1. А, ну нормально. 5d6. 10d6 в сумме будет, если со всех сторон повезло. До 60. Не уверен. Так. А вот с помощью этого заклинания можно лечиться. Можно было бы лечиться с приживалой, кстати. У него регенерация, он бы со сном выздоравливал. К сожалению, 6d6, это значит, что максимальный урон 36. Это больше, чем максимальное количество жизней приживалы. Можно его убить. Так что только с врагов можно это пытаться сделать излечение. Но идея интересная. И уровень третий. Вот это круто. Очень круто. Два раунда за уровень, это 14 раундов против нежити. А давайте выкуплю, выучу, когда будет возможность, и забуду об этом. Так, эта вещь ни о чем. 3 раунда это очень мало. Даже не начитаешь на себя. И такая страшная сумма. Почему? Что там есть такого хорошего? Но толку со всех этих бонусов, если они всего лишь 3 раунда. А, ну в принципе можно каждые 3 раунда читать, но тоже не вариант. Могу купить мантию, но... Так, и вот эта вещь, ради которой все это сделано. Класс защиты плюс 1. То есть это кольцо принца у вас, еще и спас бросок против смерти, минус 4 ухудшения, плащ, всего лишь минус 2 ухудшения, плащ смещения нивелирует 2 этих самых. Ну что ж. Случайно нет изумруда? Нет. Опять у меня сейчас станет 78 жизней, но... И да, правильно мне подсказали, уже если захочу покупать дешево, то мне придется это делать, читая заклинание «Дружба» на себя. Так, больше ты мне не нужно, кольцо. И ты мне пока не нужно. Продавать не буду, пока есть место все равно. Так, и какие у меня спас-броски? А почему не 78? Почему 73? Это что за идиотство? Вы хотите сказать, что сражение 17 добавляло мне тоже 5 жизней? То есть здесь не через модификатор два значения параметра. То есть, например, от 16 до 18. А, да, это в ДНД-3 так соблюдается. Если у вас интеллект 18, делите на 2, на самом деле у вас модификатор от интеллекта 9. Да, здесь же таблица, вполне возможно. Ну, жестко-жестко получается. Но, по-моему, это стоит вот ради этого. В принципе, самое страшное в этой игре, это именно заклинание. Как с вашей стороны, потому что благодаря заклинанию вы проходите лоб. Без заклинания это невозможно. Так и со стороны врагов по вам, потому что вы провалили какой-то спас-бросок, оглушили вас на ход и все. Игра закончена. Вот видите, парализация, яд смерти плюс 2. Но зато остальные минус 5, минус 3, минус 3, минус 6. Да, ну что ж, на этом будем заканчивать. Следующая цель у нас мантия доброго архимага, что сразу же нас очень сильно спасает в плане защиты. То есть даже если нас закончится щит, у нас все равно будет 5 АЦ. На уровне 5 установлено. Так, сохраняемся. Видео, наверное, очень длинное получилось. Ну, пятница хороший день. Как я говорю, самый лучший день недели. Кажется, что у тебя впереди куча выходных, куча свободного времени. И до страшного понедельника можно многое успеть. Все, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подсказывайте, а я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. Пока!